Здравствуйте, салам алейкум. Приветствую вас на этом канале. Так, ну что, вчера быстро собирал сиденье, думал сегодня работать, а этот человек написал мне, что не будем сегодня работать, блядь, отбой. Черт, блядь. Так, ну что тут вот? Здесь вот износ на сиденье тоже. Есть износ. Вот тут прям ступень чувствуется на палец. Поэтому вообще по идее надо... Здесь втулка бронзовая, но она ничего такая, вроде нормально. Может, конечно, яйцо на ней набило, но вроде ничего так. То есть, вообще по идее надо... Вот эту часть новую делать. Мне так кажется, что вот эту часть надо новую сделать. И тогда шата не будет. А так он есть. Вот так вот телепается. Новости были, что финны открывают прием на визу документов. То ли с 15 октября, то ли с 25. Ну, что-то такое. Хорошо, если так, можно будет ездить. Но тема в том, что на визу-то консульство откроется на подачу, например, а граница, блядь, будет закрыта. Финны впускают, проблем нету. Россия не выпускает из страны, как железный занавес. Они не выпускают. Что они мотивируют? Ты можешь выехать, если у тебя есть какая-то недвижимость за границей, оформленная на тебя. Но если ты едешь, допустим, с женой, и недвижимость только на мужа, а жена не вписана, ее не пускают. То есть ему можно ехать, а ей нельзя. Вот такая вот ситуация. То есть финны, пожалуйста, заезжайте, welcome. Там трехдневный карантин и все. А эти просто на границе не выпускают. То есть у них указание не выпускать граждан из России без какой-то особой необходимости. То есть по бизнесу можно, да, а вот так вот просто нельзя ехать. Как турист ты не можешь поехать. Блин, открыть-то откроют, если это хорошо. Потому что, блин, у меня вот эта виза уже пропала. Она у меня через 10 дней закончится, мультяшка двухгодовая. И всего полгода я ей попользовался, там поездок 30, наверное, было. И в итоге все, это виза в помойку, новую делать. Ну, опять почти сотка. Но, опять же, они визы могут открыть, возобновить какие-то не туристические, а по бизнесу. А мы же ездили все по турвизе. Но, конечно, в анкете мы писали, что мы ездим за колесами, за покупки машин. Это такая виза, ну, как бы, типа туристическая, но типа какая-то с бизнес-уклоном, как бы, ну... Ну, вообще официально она получается туристическая. Но в анкете указывали, что ездим Раваньеми, Кеми, Оулу за покупкой колес и запчастей к автомобилям. Что сейчас будет, неизвестно. Задрала эта Россия. Этот режим уже заколебал, нахуй, ёпта. Ну, что... Как бы финны тоже говорят, надо открывать, ну, я имею в виду бизнесмены, рестораны, кафе, отели, типа, хватит этих, блядь, закрытых границ, типа, ну, посмотрим, что будет. Я как только себя откроют, на визу сразу пойду подавать. Надоело нахрен уже это здесь. Одно и то же целыми днями.
Сейчас с токарем замерили износ под верхнюю втулку около миллиметра. Нижняя не изношенная. По идее, надо и трубу эту новую, потому что саму трубу эту износила. И, по идее, надо втулку менять. Она там бронзовая, на где ты ее возьмешь, блин? Как бы придется точить такую баланку, хрен где найдешь, придется, наверное, покупать втулки, если они есть такие. А трубу где-то искать и точить из нее. Это из сотки надо точить, он сказал. Сейчас пойду на металлоприемке пошукаю, может, есть труба сотка. Черт его знает, чем черт не шутит. Блять, вот стояли, вот проволоку, вот эту арматуру не убрать отсюда, ума не хватает или что. Вот они сейчас тут что-то делали. Сейчас сыпать буду с переднего ковша, эта труба может упасть. Ну нихуя себе, прогресс я смотрю, да? В смысле? Арматуру убираешь, да? Час, блядь, они стояли, не могли убрать арматуру. Короче, херней тут занимаемся. Места нету, блядь, ложись сюда. Куда, блядь, сюда ложить? Нет места. Давай. Под низом там под этой кучей
камни для забора. Они перемешались вот с этими. И этот песок сейчас сверху засыпан. То есть по логике вещей надо сейчас вначале сделать даже забор, надо все это будет рисовать, откопать. Еще делали, я не знаю.